Твери в преддверии Дня весны труда начинают работать фонтаны. После зимнего сезона на всех объектах проведена очистка и техническое обслуживание. Первым 28 апреля открыли фонтан в сквере Героев Чернобыля в Московском районе. 30 апреля заработают фонтаны на площади у стелы «Город воинской славы» на набережной Афанасия Никитина и Комсомольском проспекте. 1 мая откроется светомузыкальный фонтан на Комсомольской площади. Также в праздник весны и труда пройдет пуск фонтанов в сквере на бульваре Гусева в микрорайоне Южный.